и должна нам дать решительный ответ. Решительный ответ? Да или нет? Ты помнишь, как хотели 4 апреля? 4 апреля ты помнишь, как хотели в театр опереты мы пойти. В театр мы не попали, билетов не достали. Билетов не достали, в театр мы не попали. Мороженое ели, а совсем. Когда мы шли обратно, нам стало вдруг понятно, нам стало вдруг понятно, когда мы шли обратно, что ты одна нам счастье можешь дать. В тот день мы убедились, что мы в тебя влюбились, что мы в тебя влюбились, в тот день мы убедились, что там родного дома не видать. Ох, Леша, ох, Саша, я признаюсь вам, что тоже не сдываю от любви. Ох, Тоня, ох, Тося, было ты имя, нас скорее назови. Ах, Леша, ах, Саша, что мне делать, я обоих вас люблю. Так в жизни не бывает, кто этого не знает. Кто этого не знает, так в жизни не бывает. Из этого не выйдет ничего. Тебя мы любим оба, без памяти до гроба. Без памяти до гроба, тебя мы любим оба. Но ты должна любить лишь одного. Ответь нам, Тоня, ясно. Не мучай нас напрасно. Не мучай нас напрасно. Ответь нам, Тоня, ясно. Вопрос стоит о ком-нибудь одном. Нельзя любить двух сразу, так не было ни разу. Так не было ни разу, нельзя любить двух сразу. И мы на это дело не пойдем. Ну, конечно, третий лишний, тоже лишний тут из нас. Ах, Саша, ах, Саша, я боюсь, что третий лишний — это я. Татьяна Третьяк, Александр Михнюк, Дмитрий Копилов.